Всем привет, ребят, с вами Gobzor.com. Очень часто к обзорам видеорегистраторов, особенно бюджетным, в комментариях пользователи пишут, что то же самое можно приобрести заметно дешевле на AliExpress. Не так давно у редактора нашей лаборатории попросили близкие помочь ей заказать видеорегистратор. Он подобрал видеорегистратор с AliExpress, вышел он ему примерно в 2900 рублей, это H-Cool Card DVR, если вам это название что-то говорит. И на прошлой неделе он получил этот заказ, и владелец столкнулся, собственно, с первыми проблемами в работе устройства. Мы, в свою очередь, не смогли отказать себе в удовольствии, заодно ему помочь, и провели сравнительный обзор, взяв заказанный NomNavr регистратор его и один из самых дешевых по данным сервиса Яндекс.Маркет. Это Qualcomm Nano на текущий момент, 1490 рублей. Ну и забегая вперед, мы помогли ему, составили видеоматериалы, фотоматериалы для открытия диспута в его пользу. Набор комплектующих у них одинаковый, включает зарядное устройство, кабель мини-USB и инструкцию. Есть разница в качестве полиграфии и используемом картоне в коробке. У гостя она успела приехать в потрёпанном виде, но спишем это на особенности доставки. Разница будет заключаться в том, что на H-Cool Card DVR, к сожалению, никакой гарантии, никакого сервисного обслуживания не предоставляется. На Qualcomm Nano, в свою очередь, предоставляет год сервисного и гарантийного обслуживания. Ну и сама компания находится на территории России. Сразу перейдем к тому, что и с чем столкнулся, собственно, сам владелец данного видеорегистратора. В первые часы эксплуатации, что стало одной из причин, кстати, во время поездки у него начали отказывать механические кнопки. И к завершению второго дня эксплуатации из всех кнопок осталась рабочая только одна. Второй причиной стала полная разрядка аккумулятора и невозможность его зарядки. Как следствие, любой обрыв питания приводит к моментальному выключению записи. При аварии это может привести к потере важных кадров при записи. Из мелких несостыковок отметим несоответствие заявленным разъемам, отсутствуют порты для вывода изображений на внешний монитор, которые были на фотографии на странице. Разница при близком сравнении с Qualcomm Nano проявляется в качестве используемого пластика и зазорах между отдельными элементами, не в пользу регистратора с AliExpress. Из отличия отметим габариты, Nano полностью соответствует названию, они сопоставимы со спичным коробком. На стекле занимает минимальное пространство, не привлекает себе повышенного внимания. Оба видеорегистратора располагают цветным дисплеем, позволяющим выбрать оптимальный угол съемки и провести настройки. Нижнее расположение кнопок у китайского регистратора нельзя назвать удобным, мы это часто отмечали, кстати, были некоторые регистраторы с таким расположением. Для настройки потребуется его наклон на ножке крепления. Хотя тут владельцу можно не переживать, из 7 кнопок у него рабочая осталась только одна, можно и привыкнуть вполне к ее расположению. Qualcomm Nano, кнопки выведены по краям от дисплея со стороны водителя. Используя классический крепеж с вакуумной присоской, ножки поворотные, также можно менять угол наклона. В меню H-Cool Card DVR мы сами попасть не смогли по понятным причинам, но владельцы утверждают, что были доступны только английский и китайский языки. Меню Qualcomm Nano по умолчанию на русском языке предлагается возможность выбора разрешения съемки, длительности роликов, ручные настройки яркости и экспозиции, а также штамп ролика. Еще одно несоответствие H-Cool Card DVR касается разрешения съемки. При выводе на дисплей иконки Full HD в реальности на карту памяти пишется ролик только с HD разрешением. Для Qualcomm Nano производитель изначально максимально предлагает только HD съемку без интерполяции. Не Full HD, но стоит понимать, что это очень бюджетный видеорегистратор. Ожидаемо оба видеорегистратора по качеству съемки отличаются от флагманских моделей. Недостаточно высокая резкость картинки и присутствие небольшого количества шума снижает дальность читаемости номерных знаков. При этом ролики позволяют разобрать происходящее на дороге и определить виновника аварии. Сейчас вы видите ролики, записанные примерно в одном положении, оба видеорегистратора стоят на основном стекле. Более подробные ролики по таймингу в описании к этому видео в текстовом обзоре. Как итог, видеорегистратор с AliExpress проигрывает недорогому Qualcomm Nano по всем фронтам. Это качество съемки, качество исполнения корпуса, локализация под русскоязычных пользователей, гарантийное и сервисное обслуживание. H-Cool Card DVR, в свою очередь, ожидаемо демонстрирует риск подобных покупок. Для минимизации можем лишь порекомендовать провести детальное тестирование ключевых функций до того, как вы подтвердите получение товара на AliExpress. Надеемся, что этот опыт был полезным и сам обзор был интересным. С удовольствием его обсудим. Всем спасибо за внимание. Нас впереди ждет много интересных новинок. И пока-пока.